Как-то раз один мальчик перепутал цукини и кабачки, и... Ты кто такой? Всем привет! Сегодня мы будем готовить очень простое, но при этом суперэффектное блюдо на Хэллоуин. У него, к сожалению, нет названия, но мы ждем ваши варианты в комментариях. Давайте приступать! Блюдо готовится в три этапа. Это соус, мозги и череп. Я не сошел с ума, скоро сами все поймете. Давайте просто начнем с соуса. Просто как-нибудь нарезаем, чтобы закинуть в блендер все наши ингредиенты. Авокадо — это мое любимое дело. Одну ложку на стол, две в рот. Ну и закидываем все это в наш блендер Dream Greenery 2. Мы таким воспользуемся. Добавим огурчиков и базилик. Но можно, в принципе, любую зелень, какую вы котируете. Вот. На моей кухне оказался базилик, поэтому базилик. Ну и чесночок. Мало ли, это блюдо захотят у нас забрать вампиры. Хрен. И смажем все это маслом. Соль, перец, сахар по вкусу. Хотите, добавляйте, хотите, нет. Я не стал. Посмотрим, что из этого выйдет. Мне кажется, и так будет вкусно. Все-таки там такие ингредиенты, и авокадо, и кабачки. Мама мия, поскорее бы уже сготовилась. Вам хорошо, вы можете перемотать и сразу посмотреть конец. А я вот готовлю тут, между прочим, по 8 часов. Ну, осталось только перемолоть, и соус готов. Ну да, идеальная консистенция, чтобы покрыть наши макарошки. Такая пюреха. Ну, отставим в сторону. И приступим к созданию наших мозгов. А нашими мозгами будут макароны из кабачков. А поможет нам в этом спиралерезка от Raw Meat. Ну и вот, кстати, практически не оставляет никаких отходов. Просто загружаете новый. Ну, в принципе, все. Этого нам должно схватить с головой. Смотрите как, круто. И самое главное, что не надо мыть посуду. Вот она, наша чаша. В ней все сделаем. Ну, а теперь самое сложное. Я немного волнуюсь, потому что сейчас мы будем вырезать из этих малышек черепа. Тут нужна рука мастера. Я советую вам начать с контура. Потому что, знаете, перцы сейчас дорогие. Надо все сделать с первого раза. Не поленитесь. Вырежьте рот и глаза, и мне кажется, этого будет за глаза. Я жгу сегодня. Вот так вот. Ну и теперь уже можно смело вот так вот по контуру ножичком. Аккуратно, никуда не торопясь, вырезать. Оп, одно за другим. Зубики прорезались. Поняли шутку, да? Прорезались. Вот такие вот два болгарских красавчика у нас получились. Не отличить от Филиппа Киркорова, конечно. Самое главное на этом этапе — к ним не привязаться. Потому что что мы делаем дальше? Дальше мы режем им голову. Да-да. Нам нужно очистить внутренности, так сказать, чтобы мы туда уже положили наши псевдомозги. Будьте осторожны, не попадите ножом в глаз. И я сейчас... Да-да, именно про ваши глаза. Давайте сюда свои внутренности, парни. Смотрите, вот так примерно я утром в метро выгляжу. А это я увидел красивую девчонку в этом самом метро. Прямо в чашке от спиралерезки мы смешали наши макарошки с соусом. И теперь это один в один мазки, которые мы перекладываем в головы из наших перчиков. Опа.
Ты слышала? Что такое, Тамара? Какой-то звук. Черт, давай разделимся. 3 days later. Что с тобой? Мне голову вспороли! Так это ж с рождения! И жили они долго и счастливо. Друзья мои. Можно ими украсить вечеринку хэллоуинскую, да и потом просто съесть. На самом деле это очень вкусно. Ты кто? О, персики!